Бежится на месте спортплощадки, открытых для всех жителей, для прогулок, занятий спорта и отдыха, началась какая-то стройка. Написано, будет спортивный клуб. Но жители интересуются, будет он, надо сказать, бесплатный, очень сомнительно, как все объекты платные, и будет ли цена доступна для простых жителей. Вот в чем вопрос. Интересует, проводились ли общественные слушания по этому объекту? Простите, пожалуйста, а что вы снимаете? Паспортом пока не увидели стройки нигде. Строители сказали, что якобы проводились общественные слушания по стройке строительного клуба. Какие будут тарифы и стоимость, никому неизвестно. Вот такие дела. То есть бывшая спортивная площадка превращается в спортивный клуб.